Здравствуйте, меня зовут Роман Кокоткин, я являюсь руководителем музея фотографии «Искра», и сегодня мы работаем для проекта «Тверь Тим». Мы изначально вообще не позиционировались как музей старых фотоаппаратов. Мы все-таки рассказываем о фотографии как о большом социальном культурном явлении целиком. То есть мы даем такое системное знание. Вот. Но по истории техники пробегаемся. Я что-то ходил, покупал, искал какую-то оптику, технику. У меня сформировался определенный такой пул фототехники, и некоторые камеры, которые тогда попадались, явно представляли коллекционный интерес. Так потихонечку началась формироваться коллекция. В этом пространстве у нас сместилось 11 витрин, и экспозиция построена таким образом, чтобы в каждой из них было нечто уникальное. Таких экспонатов довольно много. То есть первая в мире малоформатная зеркалка «Советский спорт» — это прадедушка Кэнона Финиконов. Первые советские полароиды 50-х годов — это «Моменты» и «Фотоны». Вы вряд ли где-то их увидите. Экспонат, который вызывает наибольший интерес, это, конечно же, фотоаппарат «Аякс». Это камера-пуговица, которая маскировалась в виде пуговицы пальто. Это секретная камера, ей более 70 лет, там паспорт совершенно секретный, есть все даты съемок. Это действительно прибор, который использовался в КГБ для секретной скрытой съемки. Что касается фотографии, то у меня отец, будучи человеком военным, тем не менее, увлекался фотографией. В военных ведомствах также были фотолаборатории, где могли помочь с печатью фотографии. У нас была довольно самая массовая зеркальная фотокамера «Зенит». Это довольно приличная камера была по тем временам. Я на него начал делать первые фотографии. Так как у меня два художественных образования, то первые годы сфера моих интересов фотографии представляли эдакие композиционные этюды, городские зарисовки. Я лазил по всяким дворикам, запечатлевал какие-то такие вот экспрессионистские, какие-то странные композиции. Я не новостной фотограф, конечно. Меня больше интересует уличная среда городская, все так же. То есть меня интересует прежде всего город и люди в городе. В принципе, мои камеры незаметны, и я стараюсь делать съемки, когда меня не видят. То есть зачастую доходит до того, что я фотографирую людей, которые сидят напротив меня где-то или стоят совсем рядом, и я, как бы, вот они совершенно не замечают. Вот эта отстраненность человека в городе, это мне очень близко. Я в своих фотографиях стараюсь именно перейти вот в сферу искусства и сделать какую-то такую аллегорию, в которой много смыслов. У понятия успеха довольно много разных векторов. Это и охват, да, социальная значимость, и какие-то, может быть, финансовые показатели. Наверное, не всех результатов успеха мы достигли, да, но в процессе деятельности я хотел бы сказать, наверное, самое ключевое. Мы все обречены на какое-то количество ошибок, но когда идут слишком долгие размышления, то жизнь просто проходит. Поэтому берите и делайте. Это самое ключевое для достижения успеха.